Ой, наша команда прекрасна. Они делают большие успехи. Мешок вообще в этот раз был великолепен. Ну, чуть-чуть нас объехали, но так бывает. В этом и вся суть соревнований — побеждает сильнейший. Будем готовиться к Спасской башне. Оказались за пределами нашего пьедестала команда, представляющая ассоциации лошади добра. Аплодисменты Зимина Град. Чемпионы Сокол Форс Владимирская. Мне понравилось, что мы на втором месте. То, что мы почти первые. Ну вот, сегодня девчонки сделали прогресс, они сегодня уже на втором месте, потому что начали активно заниматься. Я очень благодарен нашим тренерам. И вообще хочу сказать, что эта дисциплина, эстафета — это самая моя любимая дисциплина пони-спорта.